Всем привет, друзья! У нас есть вот такая верхушка на елку. Она такого красивого цвета, но не совсем подходит этот цвет нашей елочки. Поэтому мы будем переделывать. Я буду перекрашивать ее и покажу, как я буду это делать. Сначала нам нужно обезжирить. Я беру ватные диски. Антисептик, пшикаю, протираю елочную игрушку. Как вы видите, тут есть такие вот красивые рисунки, узоры блестками. Так, тут немного цепляется, даже есть серебряные и золотистые. Так, протираю. Так, пока ее отставляю. Что нам еще понадобится? Я подготовила еще такие вот блестки, глистеры. У меня есть белые, такие ирис называется. Он белый с перламутром. Этот белый серебристым, а это чисто белый. Подготовила и посмотрю, какой из них я буду использовать, чтобы прикрасить нашу верхушку. Далее краска акриловая титан белая нам понадобится, и сразу лак я подготовлю, лак фасадный напив матовый. Я использую всегда этот лак и в работах с картинами, и в поделках покрываю этим лаком. Такой у меня универсальный, открыла для себя его, и он мне идеально подходит в работах. Я буду смешивать этот лак с белой краской, чтобы потом нам работу просто не надо было покрывать лаком. Что я делаю? Я смешиваю в такой таре. Это одноразовая тарелка, плотная, из картона, бумаги, эко-тарелочка, скажем так. Добавляю, ну буквально, смотрите, вот у меня чайная одноразовая ложка, ну, средняя такая, не чайная она. Вот ее буквально вот столечко на эту ложечку. Так, и совсем чуть-чуть. Оп, все. Теперь эту всю историю я хорошенько перемешиваю до однородной массы. Этой же ложечкой хорошенько перемешиваю. Все оно перемешалось. В этой тарелочке, конечно, кажется, что его там очень мало, но для нас должно хватить. Что мне еще понадобится? Это кухонная губка для посуды. Вот, я уже подготовила, отрезала половинку. Жестянку убрала, и вот у меня осталось. Если есть плоская такая губка, она будет лучше подходить. Я беру так вот ребром, складываю и приступаю, собственно, к покраске. Макаю. Так. Начинаю покрывать такими движениями. Можно, в принципе, кисточкой, но кисточкой будет сложнее, потому что кисточка оставляет полосы. И чтобы избавиться от этих полос, надо хорошенько постараться. Губка, она вот, видите, вот такая, вот так вот покрывает, очень дает такой заснеженный эффект. И красивенько в итоге получается. Как вы видите, полностью пока не перекрывает белая красочка цвет елочной игрушки, этой верхушки.
Поэтому я нанесу сейчас один слой, подожду, когда он высохнет, и буду наносить второй слой. Так как это акриловая краска и плюс лак, то высохнет достаточно быстро. Вот, вот так вот сделаем. Пока оставляю, чтобы первый слой просох. Ну что ж, друзья, полностью высохла уже краска. Вот имеет такой вид после первого слоя нанесения красочки. Естественно, меня это еще не устраивает результат. Я покрою еще слоем при необходимости, может и третий слоем, чтобы игрушка была более такая белая, нежная. И как бы добиться необходимого мне результата. Так что сейчас я буду покрывать еще одним слоем и затем вам покажу, что я буду с ней делать дальше. Итак, друзья, смотрите, три слоя краски я нанесла на елочку, она полностью высохла. Что я буду делать дальше? У меня есть вот такие блестинки, глистера. Одна такая беленькая, чисто беленькая, а вторая белая с перламутром, такая даже переливающая в разные цвета, название им ирис. Я хочу вот эти блестяшки, глистера эти, смешать друг с другом. Вот как я буду делать. Вот тут даже тоже есть блестинка, я высыпаю в крышечку. Одну, вторую. И прямо в крышечке перемешаю. Теперь кисточкой небольшой я макаю ее в лак. Лак я использовала, который и смешала вместе с белой краской. Прохожусь кисточкой лаком по верхушке и посыпаю. Именно вот так вот я буду это делать. Вот и верхушку я посыпала. Теперь я пройдусь еще здесь по этим шарикам, тоже лаком набираю лак. И посыпаю. Теперь также здесь. Как вы видите, делаю я это над бумагой специально, потому что лишние, естественно, будут блестинки отпадать. Чтобы они у нас не пропали, я буду использовать следующий работе их где-то еще присыпал. Все, смотрите, оставляю пока высыхать. Дальше у нас уже будет последний этап. Я доукрашу эту верхушку на елку. И вы увидите конечный результат, как это будет красиво.